Ребят, всем большой привет, с вами Юля. Сегодня хочу сделать видео по волосам. Да, последнее время я делаю всякие вот такие вот небрежные укладки. Я планирую, кстати, уже идти и обновлять и окрашивание, и стрижку менять. Но, тем не менее, я хочу показать уходовые средства, каким шампунем я сейчас мою голову, и укладочные средства, которыми я пользуюсь. Потому что был такой запрос, и, кстати, спасибо за комплимент, что у меня волосы стали лучше. Действительно, это так, я прям довольна. Они как-то стали и погуще, и по качеству лучше. Я, конечно, продолжаю делать периодически какие-то укрепляющие курсы. У меня на канале есть плейлист по уходу за волосами, и там много очень крутых рецептов, какие-то маски. Но сейчас мой натуральный уход, он сводится к тому, что раз в неделю я делаю какую-нибудь укрепляющую маску. В принципе, я сейчас никакими отварами волосы не ополаскиваю, ничего такого не делаю, потому что просто ленюсь, потому что лето, я больше отдыхаю и пользуюсь уже такими готовыми шампунями, средствами. Хочу вам показать мой недавний фаворит. Я просто открыла для себя эту линейку. Это вот такая линейка от Лонда. Вообще мне Лонду советовала девочка-парикмахер, но она мне советовала, знаете, другую линейку. Она мне советовала для окрашенных волос. Но я как человек, на которого волшебным образом влияет то, что в средстве для волос написано кератин, я, конечно же, все-таки взяла линейку с кератином и вообще не пожалела. Мне очень нравится шампунь, после него волосы становятся такие гладкие, ухоженные, и классная маска. Укрепляющая, с кератином, восстанавливает волосы, улучшает, в принципе, состояние волос, укрепляет. Вот хорошая линейка, да, она, конечно, не бюджетная, но я хочу сказать, что, во-первых, у шампуня очень экономичный расход, он сильно пенится. Еще я могла бы порекомендовать вот такую линейку от Glyscour. Шампунь у меня уже полностью закончился, но бальзам у меня еще остался. В принципе, достаточно популярная линейка, многим нравится, в каждом супермаркете она продается. Я очень любила данную линейку, когда была студенткой, потому что мне казалось, что вот это единственное, от чего у меня не секутся кончики волос. Она, кстати, тоже с кератином, какие-то у меня особые отношения с кератином, и она, в принципе, и заявлена как защита от секущихся кончиков волос. Конечно, если сравнивать Лонду и Glyscour, конечно, Лонда немножко выигрывает, но принцип действия у них похож. Если вы хотите отрастить длину, почему нам так сложно отпустить длину? Потому что просто волосы истончаются, начинают течься и обламываются по длине, и мы не выдерживаем и идем к парикмахеру, просим что-то с этим сделать, а что он может сделать? Только состричь вам вот эти вот ужасные кончики. Поэтому, безусловно, конечно, нужно применять и натуральный уход, и масла. Но и вот такие вот линейки для секущих кончиков, они тоже хорошо работают. У меня на текущий момент два масла для волос. Они очень такие популярные, знаменитые. Сейчас я скажу свое мнение и по одному, и по второму. Вообще, все вот эти масла для волос, не надо, конечно, питать иллюзии, что они на натуральных маслах. Это в первую очередь силиконы. И, в принципе, по составу все вот эти масла, сыворотки, на самом деле они очень похожи. Это силиконовые субстанции. Помимо силиконов, там, конечно, будут и масла. Но здесь вопрос формулы, чтобы это подходило именно на ваш волос. Потому что тонким волосам больше подходят одни линейки. Таким более сухим, жестким, как бы южным волосам подходят другие линейки. Здесь вот просто нужно подобрать, и все. То есть это не вопрос того, что дорогое и дешевое, оно может и недорогое классно сработать на ваших волосах. У меня из масел на текущий момент кристаллы от Constant Delight, итальянская марка, на 5 маслах, как они заявляют. Я вам могу сказать, что здесь опять же силиконы, силиконы, силиконы. Ну да, дальше в конце состава, конечно, как они и обещают, идут масла. Авокадо, макадамия. Масло жожоба здесь есть. В общем, все не буду перечислять. Достаточно такой типичный состав. Что я хочу сказать, по моим ощущениям, оно довольно-таки тяжеленькое. Но у меня кончики истощенные, потому что я давно не подравнивала волосы, потому что я хочу немножко отпустить длину и чуть-чуть сменить прическу. Вот на мои кончики мне, может быть, и неплохо такое вот жирненькое, плотненькое масло. Но имейте в виду, что оно не всем по этой причине подходит. Например, у кого такие жесткие, сильно сухие волосы, просто оно вам может сделать паклю, может
как бы их слеплять. Я наношу совсем по чуть-чуть, разогреваю вот так в пальчиках, распространяю по кончикам и длине. Либо у меня есть другое масло, гораздо более легкое и комфортное. Это такой флюид-реконструктор для волос от Olin. Мне, во-первых, очень нравится здесь аромат. У него такой легкий жвачный аромат. И вот здесь текстура гораздо более легкая. То есть вот как раз оно, знаете, в меру как бы придает немножко блеск, во-первых, волосам. Действительно, волосы становятся более здоровые, эластичные и блестящие, если правильно нанести, но при этом без утяжеления. Мне, конечно, на мои такие тонкие, пушистые волосы вот это подходит больше. Вот это больше как тяжелая артиллерия. Вот это я использую где-то раз в неделю. Вот это я использую пару раз в неделю. Дальше я хочу показать укладочные средства, которыми я пользуюсь. Если я волосы, например, накручивала на плойку, тоже, наверное, сделаю отдельный обзор, потому что про свои гаджеты, хотя у меня их не так много, не знаю, надо или нет. Если надо, то напишите в комментариях. Чем я фиксирую все это? Вот однозначно рекомендую, 100% фаворит, это вот такой вот лак от Osis. У него достаточно хорошая фиксация, троечка. Мне нужно, чтобы лак не склеивал. И действительно, после этого лака вы легко можете прочесать волосы. При этом он держит укладку, то есть фиксация при этом не теряется. И это при том, что мои волосы вообще в принципе очень плохо держат укладку. То есть все у меня как-то быстро распадается. Ну вот помогает, выручает мне эта штука. Для объема, если мне нужно создать объем, который тоже у меня очень плохо вот здесь вот держится, я использую вот такую пудру, тоже от Osis. Опять же, да, это не бюджетный продукт. Я знаю, что много аналогов более дешевых, но я пыталась пользоваться другими более бюджетными пудрами. Все равно вот это держит лучше всего. Во-первых, у нее какой-то невероятный помол, она не как мука, она как какая-то просто пыль, ее совершенно не видно. То есть она просто растворяется в волосах, она не подводит вас, но она действительно супер экономичная. Прошлая баночка у меня заканчивалась несколько лет, потому что я все-таки не часто пользуюсь и пользуюсь по чуть-чуть. Вот я купила новую, повторила, тоже я думаю, что мне ее надолго хватит. Еще у меня есть вот такой крем для создания объема от Tresemme. Это средство точно больше подойдет для мягких, таких на ощупь, тонких волос. Точно не подойдет более плотным, таким прямым, тяжелым волосам. Абсолютно точно вам говорю. Я его использую, когда хочу создать, ну, такие, знаете, взрывно-макаронные фабрики. Такие вот небрежные кудряшки. Он еще хорошо ухаживает за волосами. То есть как-то он их увлажняет, немножко смягчает. И действительно придает вот этот вот такой... Ну, немножко пушистый объем. Я вставлю фотографию, что я имею в виду. И когда я просто хочу высушить волосы, сделать их прямыми, как бы вытянуть. Здесь, мне кажется, для кончиков очень хорошо срабатывают воски. У меня вот такой воск от Taft. Это воск-блеск. И я считаю его, честно говоря, не самым удачным. Просто я его где-то год назад купила, я им изредка пользуюсь. Его нужно совсем чуть-чуть, вы чуть-чуть переборщите, и просто волосы будут выглядеть небрежно, он утяжелит волосы. Вот если вы его наносите прямо вот мизер, просто мизер на кончике, хорошо распространяете, тогда действительно у кончиков как будто появляется какой-то дополнительный такой лоск, вес, все это как-то получше смотрится. Но здесь, во-первых, очень легко переборщить, чуть больше вы нанесли, это уже смотрится некрасиво. И я знаю, что есть более удачные воски, гель-воски, паста еще есть для укладки волос. Но вот это именно для кончиков и больше для прямых укладок. Если у вас есть фавориты в этой группе укладочных средств, можете посоветовать какой-то классный воск, гель-воск, то пишите в комментариях, потому что Тафтом я не очень довольна. Мне кажется, это что-то такое посредственное. Ну, просто вот как-то жаба душит, пока что выбросить. Вроде есть, и иногда все-таки я его использую. И когда я особо не укладываюсь, либо делаю совсем такие легкие локоны, то я использую пшикалки, увлажняющие вот такие сыворотки. Они немножко, знаете, есть небольшая у них фиксация,
но она очень маленькая. Вот здесь, например, двоечка. Они больше просто выделяют локоны и приглаживают пушок. Но зато у них есть увлажняющие и ухаживающие свойства, витамины, экстракты. Вот в этой, например, от Кафамини здесь есть пантенол. Вот я вам показала свой арсенал. Пишите свои рекомендации. Посоветуйте, кстати, термозащиту. Я до сих пор не купила термозащиту. Это ужас какой-то, где-то месяц уже без термозащиты. Говорят, от Got to be хорошая. Да, вот не хватает здесь еще термозащиты. И всем пока, до новых встреч. Пока-пока.